Друзья, знаете, рано или поздно все хорошее имеет свойство заканчиваться. Но это не тот случай, потому что сегодня я, друзья, переезжаю. Ну что, я думаю, что моим постоянным зрителям вот эта вот картина уже до боли знакома. Этот самый дом, в котором я живу уже несколько месяцев. Это моя первая и пока что единственная квартира, в которой я живу уже давно, которую я поймал по ГОСУ однажды. Напоминаю, что она здесь самая дешевая, 240 тысяч по ГОСУ стоит. Живу вот в этом вот подъезде, рядом с транспортной компанией города Приволжска. И сегодня, друзья, я наконец-то переезжаю отсюда. Здравствуйте, уважаемые всем, с вами я, Маклаксон. Добро пожаловать на новую серичку по МТА провинции на моем канале. Надеюсь, что вам она понравится. С вас, как всегда, сразу, ребятушки, пожалуйста, лайк, подписочку на канал, комментарий по желанию. Ну и, конечно же, не забывайте начинать играть на провинции. Вместе со мной я играю на 7-м сервере. Ссылочка на скачивание провинции находится в описании под видео. Итак, друзья, позвольте буквально пару слов перед тем, как мы начнем. Расскажу вам, просто обрисую вкратце, как обстоит сейчас вся ситуация, да? Как вы можете наблюдать, у меня нету моего BMW X6M, который у меня был еще в прошлой серии на руках, да, я там недавно купил Гелендваген себе, напоминаю, вот в прошлой серии мы катались на природу, кстати, было классно, если не видели видос, обязательно посмотрите. В общем, у меня был BMW, я говорил, что я не собираюсь его продавать, потому что он мне нравится, но, ребята, потом я подумал, что очень-очень долго будет мне сейчас опять нарабатывать, опять сейчас убивать пару месяцев ради того, чтобы потом сделать себе какую-то одну единственную покупку, отснять буквально пару видосиков. Знаете, как говорится, хочется пробовать новое, хочется пробовать разное, а я уже засиделся в этой квартире, честно говоря, хочется очень себе новый дом. Ну и на BMW я все-таки откатал практически 2000, по-моему, километров. Машина была супер, машина была класс, я продал, естественно, деньги никуда не сгорели, не потерялись, деньги пошли в дело. Я купил себе дом. Да, я его уже купил, но тогда вы спросите, куда я дел свою квартиру? Наверное, я ее слил в гос или что-то такое, или продал человеку. Нет, ребят, к сожалению, пока что продать кому-либо квартиру у меня не было времени. Я решил сделать следующим образом. Смотрите, как видите, сейчас владелец моей квартиры некая Анастасия Клаксонова. Ладно, Анастасия, в общем-то, понятно, да? Кто-то может быть это из игроков, но что значит Клаксонова, спросите вы меня. В общем, друзья, это аккаунт моей девушки. Мы с ней поначалу здесь пробовали начинать играть вдвоем, но ей не особо зашло, поэтому она перестала играть. Вот, я же продолжил, я здесь снимаю, все такое. Аккаунт у нее остался, поэтому, поскольку я уже договорился о покупке дома, я квартиру быстро перекинул на нее, чтобы она пока что в моем владении осталась, то есть квартира на ее аккаунте. А сам тем временем поехал и купил дом. Я планировал квартиру продать для того, чтобы заработать. Все-таки 240 тысяч гос, ее бы купили у меня подороже. Но сегодня я подумал, что, ребята, да ладно, что мне эти копейки, как говорится, я заработаю. Заработаю я эти несчастные 300 тысяч там или за сколько у меня могли бы ее купить. Заработаю их сам. И я принял, ребята, решение, что сегодня я подарю свою квартиру, вот эту, в которой я жил очень долго, рандомному новичку. Не знаю, насколько сильно этот человек будет новичком. Вообще, я планировал найти себе такого человека среди таксистов. А также, конечно же, ребята, я вам покажу свой новый дом. Поэтому сейчас мы с вами делаем следующим образом. Первым делом мы едем в город Мирный, потому что там я и купил себе дом. Я вам показываю свой дом, показываю теперь, где я живу, сам посмотрю его, потому что я толком его еще даже не смотрел. Надеюсь, что вы напишите в комментариях вообще, да, те, кто за дома побольше меня шарит, вообще, как вам мой выбор, как место. Ну, хотя, знаете, тут сложно говорить, что это был выбор, потому что выбора как такового не было. Я просто нашел по объявлению сразу после того, как продал машин. Вот, когда я записываю эту серию, я, можно сказать, вчера продал BMW человеку, а сегодня я купил дом буквально пару часов назад. Просто попалось объявление, попался человек, поэтому пришлось сделать, ребятки, это быстренько и за кадром, к сожалению, потому что я еще тогда не добрался до съемок серии. В общем, поехали в Мирку. Поехали в Мирку и теперь посмотрим, где я живу. Не, ребят, на самом деле я очень доволен тем, что я купил себе дом. Мало того, что я сменил квартиру на дом, то есть я, в принципе, сменил место своего пребывания внутри, то есть новые интерьеры, новое вообще здание, строение. Так еще и плюс я живу теперь
в другом городе. Для меня это тоже важно, потому что, конечно, в идеале я хотел бы себе дом в Приволжске. Но в Приволжске дома дорогие, вот, я такое пока что не потяну, поэтому пришлось выбрать Мирный. Мне нравится, как выглядят дома в Волчанске, но до туда ехать слишком, ребята, далеко. Но еще один фактор, который этому поспособствовал, я зашел на YouTube, на канал Демпрода и посмотрел ролики уже годовалой давности, в которых он показывал, как будет выглядеть новая карта, и я посмотрел, как будет выглядеть Мирный. Так, сейчас, ребят, подождите, я посмотрю, как мне ехать, потому что... А, мне прямо. Я не ориентируюсь в этом городе, так что, ребят, отныне буду привыкать к Мирному, я здесь пока что вообще, можно сказать, не местный. В общем-то, я посмотрел у него на видосах, как будет выглядеть Мирный, в принципе, мне понравилось. Тем более, нам обещали, что дома немножечко сделают покрасивее, сделают... по-моему, побольше в плане интерьера внутреннего, да и вообще будут новые интерьеры. Собственно, это еще одна причина, по которой я хотел себе дом и решил купить его в Мирном. Как раз будет с чем сравнить до и после. В общем, друзья, встречайте мой новый дом. Да, живу я отныне вот здесь. Жду в гости, так сказать. Вот такой вот домик номер 4898, владелец Максим Клаксонов. Цена, ну, миллион, по-моему, здесь у всех практически, кроме коттеджей, госцена. Цена. Соответственно, закрыл, да, чтобы тут, понимаешь, домушники не лазили. В принципе, внешне мне дом нравится. Ну, как минимум, вот этот уже мне поменьше нравится, чем вот этот. Ну, кирпичный, конечно, хотелось бы кирпичный дом. Не знаю, почему-то они меня больше привлекают. Но, тем не менее, этот мне тоже нравится. Он, в принципе, симпатичный. Есть дворик, это классно. Можно припарковать несколько машин. Можно, ребята, пожарить шашлык прямо здесь. Это же, ё-моё, наконец-то я могу теперь даже не кататься на природу. Я могу просто шашлык у себя во дворе жарить, господи. Вот реально, свой дом, мечта всей жизни. Давайте посмотрим внутри, как он выглядит. А внутри интерьерчик, ну такой, знаете, самый обыкновенный, я бы сказал, интерьер. Очень интересно, какой будет интерьер здесь и вообще как будет выглядеть мой дом, где он будет расположен, когда выйдет новая карта. Это прям реально для меня, знаете, такой, как сказать, интрига. Купил дом с таким азартом посмотреть, что же с ним приключится с выходом новой карты. Естественно, есть плита, чтобы готовить, есть холодильник. Вот такая вот кухонка. Что тут? Ванна, туалет, все как всегда. Ну, естественно, дом побольше уже, чем моя квартира. Квартира была, да? Вот здесь такой классный, ребята, зал. Прям офигенно. Камин, плазма, пушка. О, шкафы, так, ноутбук, окей. Жалко, что не комп полноценный. А, ну что тут, мебель, все такое. Диванчик, понятно, отдыхать буду на нем. И, ребята, второй этаж, да, да. Есть даже второй этаж, такой мягкий пуфик. Тут у нас еще, видимо, какая-то обеденная зона. Зона для настоящего расслабона. О, картина с машиной. Смотрите, там, по-моему, что-то типа плойки, да, я так понимаю, чтобы сидеть на плазмочке, так сказать, играть. Ну ладно. И на втором этаже у нас здесь еще вот такая вот комнатка, собственно, со шкафом, кроватью и креслом. Не, ну на самом деле очень уютно. Мне нравится. Я был в подобных домах лично, в реальной жизни, и мне всегда было уютно в таких домах. Мне нравится, как вот вообще вот это вот все выглядит. Даже пускай вот ремонт такой самый обычный, дешманский, интерьер старый. Ну не знаю, это все равно но очень уютно. Поэтому, ребятки, как-то так теперь и выглядит мой дом. Ну, вообще, согласитесь, классно, я за несколько серий поменял, можно сказать, свою жизнь на провинции. Стал по-новому выглядеть, сменил автомобиль наконец-то и сменил место жительства. Теперь я реально доволен. Ну что, друзья, так как с домом показывать вам теперь особо больше нечего. А, кстати, да, я уже заезжал в банк и закинул на депозит целых 40 тысяч. Для меня эта сумма, охренеть, какая большая на фоне того, сколько я, ребята, оплатил за квартиру. Потому что депозит за квартиру у меня был, знаете, сколько? Ой, даже страшно, ребят, сказать. Депозит за квартиру у меня был 7,5, по-моему, тысяч рублей. Да, чтобы вы понимали, именно такой он и был. Ну, что поделать, что поделать. О, кстати говоря, друзья. Привет, привет. Здорово. Смотрите-ка, это человек, который мне продал этот дом. Вот как удачно мы тут совпало так, что он как раз зашел, и я тут катаюсь около уже своего нового домика. В общем, это человек, который продал мне этот самый дом. Джефферсон Грозный, да, по-моему, у него ник был. И, кстати, когда я еще сегодня после покупки дома начал отъезжать, увидел, вот тут стоял мужик, я к нему подъехал, это был владелец вот этого коттеджа, я с ним поздоровался, познакомился. Короче, ребята, уже начал вовсю здесь знакомиться с местными жильцами, да, так сказать, чтобы наши, так сказать, соседские узы наладить.
ходить, а то мало ли, да, потребуется там помощь, еще что-то такое, тыры-пыры, вот, чтобы мы были знакомы. Блин, вот такой дом, это просто мечта, вот реально, вот такой бы я очень хотел, он очень красиво выглядит, он кирпичный, двухэтажный, кстати говоря, вообще, подождите, дайте я гляну, какой там интерьер. Ну да, мне кажется, такие дома продают по... Так, дайте подумать. Ну я вот мониторил группу, где продают имущество. По-моему, особняки в Мирном по 50 миллионов стоили или что-то такое. Ну, короче, это реально дорого. Это прям мечта, я не знаю, сколько мне к такому идти вообще, и дойду ли я, как бы, учитывая, что я в монетку не играю, это будет реально сложно. Ребята, тут есть золотая кнопка Ютуба, и даже диски с играми, офигеть. Ну это реально, это мне надо такой дом, вы чё, блин. Жалко очень, жалко, что очень дорого, но оно оправдано. Ладно, давайте сваливаем, всё-таки я тут без приглашения зашел, да? Что я еще хотел сказать? Ну, есть еще свой гараж, но он закрыт и недоступен, ну и... Большая территория, да, реально большая территория своя. Я хочу быстро заскочить в магазин, и сейчас мы будем вызывать такси. Так, ладно, я немножко перекусил, снял денег. В общем, ребятушки, слушайте меня, план такой. В общем, я сейчас вызываю такси до транспортной компании города Приволжска, то бишь, которая около моего дома прям находится. И по пути с таксистом попытаюсь пообщаться. Главное, чтобы мне попался какой-нибудь общительный таксист. Если он будет меня просто игнорировать, или у него уже будет квартира, или это вообще будет человек на какой-то крутой тачке. Мне желательно найти максимально бомжик на арендном Логане, например, что-нибудь такое. Поэтому я думаю, что найти такого человека будет непросто, но я постараюсь. В общем, я его разговорю, мы подъедем к моему дому, и я подарю ему квартиру. Так, ребята, внимание. Короче, я нашел какого-то таксиста. Объясняю вообще, я сейчас стоял около своего дома в Мирке, вызывал такси. Никто сначала очень долго не принимал, потом, наконец-то, мой вызов приняли, но принимать начали чуваки на крутых тачках. К сожалению, мне пришлось их заказы отменять, да. И сейчас я ехал в Приволжск, чтобы найти самостоятельно таксиста, не через вызов, а самостоятельно его найти где-нибудь стоящего на арендном Рено Логане, вон как-то там сейчас от меня уезжает. И вот на трассе я встретил чувака, я решил его преследовать, попробую как-нибудь к нему без палева сейчас упасть. Черт, кажется. Кажется, он заподозрил неладное. Блин, короче, он ехал по этой дороге и пропал. Я думал, что он сейчас выйдет на Жуковский, но он, ребята, не выехал. Я не знаю, я тут уже пару минут стою. Его по-прежнему не видно. Походу, он поехал обратно. Жалко. Блин, ну не знаю, ребята, еще одна надежда — это поискать кого-нибудь сейчас на заводе ЖБК. Возможно, сюда приедет какой-нибудь таксист. Все-таки такси вызывают часто. Поэтому я сейчас немножечко здесь постою в стороночке. Надеюсь, что никто не догадается, да, что это мой гелик. Сделаю вид, что я без машины здесь застрял. Поэтому постараюсь найти таксиста. Ребятки, у меня появилась идея. Знаете, кого я сейчас буду ловить? Не таксиста, а развозчика материалов. Я ведь тоже могу к ним сесть. И это даже не их прямая задача — помогать мне. Их прямая задача — возить грузы. Они вот здесь загружаются, а я сейчас одного из них подкараулю. И тот, который мне понравится, я с ним договорюсь, чтоб, говорю, братишка, довези по-братски, до города. Тебе же все равно по пути. Вот, он скинет груз, а потом мы с ним поедем по делам. Так, это там не такси есть случайно? Нет, и это, скорее всего, все тоже нет. Ё-моё, ребята, тут уже целые пробки на въезд и на выезд. Тут огромный трафик, но, чтобы вы понимали, я уже реально долго тут сижу, вы можете посмотреть, сколько было время в игре, когда я тут ждал, да, когда я вам сказал, что сейчас буду ждать человека, и вот сколько времени уже, я уже не знаю, сколько я тут реально сижу, уже минут 10, наверное, вот в этом вот укрытии, жду кого-нибудь, но сюда еще не приезжал ни один таксист, и, к сожалению... Это чё? Это что? Ребят, нормально, да, вообще? Что? Еще один? Блин, я сейчас прогляжу из-за них. Ребят, короче, что-то странное происходит. Я продолжаю искать таксиста, либо перевозчика грузов. Пока что ни одного из них здесь не было. Ребята, Логан едет. Пожалуйста, пожалуйста, он еще один. Сейчас буду тормозить его. Мужик, постой. Свободен? Можешь подвезти, пожалуйста?
Откуда? О, от души. Сейчас расскажу. Откуда? Поехали пока. Сейчас все объясню. Есть, друзья, наконец-то! Он еще и разговорчивый. Это то, что мне нужно было. Ладно, давай сейчас это на разворот. Отсюда выезжаем. Сейчас я просто скажу, куда поедем. Так, слушай, мне, наверное, куда-нибудь до транспортной компании. Знаешь, где дальнобойщики находятся? Тут Приволжский. Да, конечно, знаю. Все, давай, давай туда, я тебе накину денег. А ты вообще как? Недавно, да, здесь вижу, таксуешь? Ну, на самом проекте, да, неделю. Ну и как вообще, нравится? Он это, у него бинт на голосовый стоит, на котором машину заглушить, сейчас будет редко мне отвечать. Копишь на что-нибудь, нет, там, на квартиру, на машину? На квартиру больше всего. Угу. Че, за сколько думаешь купить? Прям идеально вообще. Ну, пока на бальке только 30к, надо 10. Сколько у тебя, не услышал? Сколько или друзей? Денег. Ну, типа на квартиру сколько? Ну, 30. 300? Сколько есть? 30. А, 30. Понял. Ну, слушай, у меня дома там вещица есть одна. Хочешь, я тебе могу подгон сделать? Что за вещица? Ну, если согласен, давай там по месту узнаешь. Я как раз живу около транспортной компании. Там можем свернуть во двор. У меня там квартира, я тебе покажу. Ну, давай. Ну давай тогда, погнали туда сейчас. Ребята, идеально, все, он даже сейчас не понимает. Хорошо, что я придумал, да, про какую-то вещицу, там, подгон. Он, наверное, думает, может, я ему денег сейчас дам, думает, может быть, какой-то аксессуар или еще что-то такое. Но нет, я ему сейчас хату целую подарю. Вот это он обрадуется. Я прям рад за него, слушайте, уже рад, хотя еще даже не подарил. Сюда? Проезжаем маленечко дальше и во двор. Вон, к дому, который сейчас справа, самый первый, да-да-да. Ну тут я живу. Все, погоди, тут это 5 сек, сейчас я. А тебе все не хорошо, тебе что? Нельзя выходить из машины или можно, я забыл? Можно. А, ну все, посиди еще 5 сек, сейчас. Хе-хе, ребятки. Сейчас я проверю буквально кое-что. Так, все, моя мадам здесь зашла, готова продавать. Сейчас я ему все сделаю. Выйди из машины, заглуши пока. Короче, смотри, обменчик принимай, подгончик будет. Короче, ребят, рассказываю свою схему. Смотрите, я ему сейчас даю 50 тысяч. Потом я ему просто эту хату за 50 тысяч сейчас и продам. То бишь я верну свой полтос, это просто чтобы продать, потому что за рубль продавать нельзя, я не знаю, какая там точная сумма. И, соответственно, я свой полтос верну, а он получит квартиру. Да, вот так вот таксист у нас сейчас разбогатеет. Держи, братишка. О, все, спасибо большое, спасибо. И это, слушай, еще подгончик есть, только я забыл дома. Погнали со мной, это я тебе из шкафа сейчас достану. Не подозревать до последнего. На второй этаж поднимайся. Сейчас, сек. Подходи сюда. Подходи к девушке. Все, ребята, она сейчас должна ему кинуть хату за 50к. Короче, братишка, тут такая история. Решил тебе квартиру подарить, так что покупай. Я тебе дал полтос специально, чтобы ты ее сейчас взял. Все, поздравляю. Спасибо большое. Погнали на улицу, чтобы сейчас тут не тесниться. Все прошло успешно. От души вообще, просто спасибо. Поздравляю. Да я, видишь, короче, как раз это, купил себе домик сегодня. Квартира осталась, вон, на девушку пока переписал. Планировал подарить кому-нибудь. Искал таксиста разговорчивого, вот, и как раз попался мне сразу. Еще и на квартиру копил. Ну, я думаю, ну это судьба. Думаю, да. Ну что это, ты, главное, ну все, теперь можешь это на машину вообще спокойно копить, и все. Главное, не забывай этот в банке депозит пополнить. Да, подвезти до ЖБК обратно. У меня там машина осталась моя. Про депозит что-то вы говорили, пополнить. А, в это, ты про депозит знаешь? Я не в курсах, что такое. У тебя денег сколько? На счету 0, на депозите, на руках 27 налички. А, ну поехали в банк сначала, я тебе сейчас объясню. Сейчас, ребят, я ему расскажу про депозит, чтобы он квартиру-то не потерял, чтобы он ее регулярно пополнял. Вот, ну и потом он меня до ЖБК довезет, я заберу свою машину и будем прощаться. Нажимай ЖКХ, по-моему. И тебе надо пополнить депозит. Слева снизу у тебя написано сумма максимальная для депозита. Вот, закинь, чтобы максимально было. Там что-то 7 с чем-то тысяч, если я не ошибаюсь, за него платить, за этот дом. Вот, и тебе надо регулярно стараться пополнять депозит, чтобы квартира не слетела. Иначе она слетит, и ты ее потеряешь. Все, внес. Угу. Ну, короче, смотри, этой суммы хватает на 4 недели. Все. Главное, не забывай, а то хата слетит потом. Ну, это, даже БК меня докинешь, да, и там разойдемся. Воу-воу, ребятки, он даже исполняет у нас немножко. Ну, слушайте, нормальный пацан оказался.
Че, он вроде ПДД не нарушает, вот как видим, даже здесь, где нету штрафа, он стоит. А, да, поворотники не используют, ну ладно, хрен с ними, это не прям таки обязательная часть. В общем, ПДД соблюдает, в аварии не попадает, все, общается нормально, поблагодарил меня уже 5 раз. Я ему про депозит рассказал, короче, все, я просто очень рад, что он мне попался. Реально, прям идеальный кандидат. Эх, прости, мужик, на грузовике, на КамАЗе, это мог быть ты, но осторожно, осторожно, чуть-чуть не врезались. Короче, ладно, я его попросил обратно меня до ЖБК докинуть, чтобы я гелик свой забрал. Сейчас поеду на нем обратно в Мирный, к своему дому. Буду там серичку заканчивать, закругляться, выходить, все дела. Давай, ну чё? Ну давай, давай фоточку. Делай ща. Фоточку, говорит, давай. Давай, давай, на здоровье, короче, пользуйся. Копи на машинку, не теряй хату. Фу, ну что, друзья, все. С человеком я распрощался, машину забрал, я ему еще там в Дондерпочат написал про то, что я снимал, дал ему свой канал, ну все-таки, да, чтобы что, пускай человек тоже себя увидит в видосике, думаю, что ему будет приятно. А мы с вами будем заканчивать, я уже, блин, весь бенз на гелике сегодня прокатал, сейчас поеду домой, там отдыхать, парковаться во двор, все дела. Так что, друзья, надеюсь, что серичка по провинции вам понравилась, если это так, обязательно ставьте ваш лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все как всегда. Начинайте играть со мной, если вы еще не начали. Как видите, чудеса случаются, да, иногда вот такие вот ребята, как я, делают подгоны совсем неожиданно новичкам. Да, редко, но метко, как говорится, такое бывает. Ребят, ссылочка в описании, если что, на провинцию, присоединяйтесь. Пишите обязательно ваши комментарии по поводу того, что бы вы хотели видеть в дальнейшем, какие у вас есть идеи. Если что-то годное, интересное будет, я обязательно над этим подумаю. А я с вами прощаюсь, с вами был я, Маклаксон. Всем большой удачи, хорошего настроения, увидимся в новых видео и всем пока!